Через питание к воспитанию. Зачастую столовая – одно из любимых мест детей в школе. Проходимость обеденного зала всегда высокая, поэтому ремонт и замена мебели со временем становится необходимостью. В школе номер 56 капитального ремонта не было более 50 лет. Столовая особенно нуждалась в модернизации. Ремонта ждали последние 10 лет. Постепенно обрастает сначала новой напольной плиткой у нас столовая. Вот. Дальше у нас пойдут стены. Есть разработан индивидуальный проект под 56-ю школу, как столовая будет выглядеть. Будет выглядеть она ново, современно, вот, сделано из новых, хороших, качественных материалов. Вот. И дети, которые обучаются в нашей школе, уже с 1 сентября зайдут в обновленную столовую. И называться она в том числе будет по-новому, будет называться «Центром здорового питания». В центре здорового питания появится новая мебель и оборудование, которое позволит готовить вкусную и полезную еду для 700 воспитанников 56-й школы. Также ремонтные работы ведутся и в физико-математическом лицее номер 38. Чтобы хорошо учиться и показывать высокие результаты на олимпиадах, необходимо также хорошо питаться. А принимать пищу в красивом месте намного приятнее. 1200 школьников в новом учебном году придут в полностью обновленную столовую своего лицея. На сегодняшний момент перечень работ определен, он достаточно большой. Это демонтаж практически полный, значит, свет, новый свет будет, новое оборудование в зале, обеденном зале, новое оборудование в помещении самого пищеблока, то есть там, где готовят непосредственно пищу. За 30 лет многое пришло в упадок. Последняя модернизация пищеблока была в 2012 году. Вот мы получили часть оборудования пищеблока, и потом практически никакого вливания не было. Преобразование в столовых и в пищеблоках образовательных организациях проводят операторы питания. Их в регионе всего два. В 11 школах города идет капитальный ремонт, а в остальных – косметический. Также обязательно обновляется запас посуды, моющих и дезинфицирующих средств. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.